Всем здорово! Сегодня мы погрифрим с вами тремя инвентарями. Инвентарь на 500 рублей, инвентарь на 1000 рублей, инвентарь на 10 тысяч рублей! Ну не рублей, а крон, но это совсем не важно. В общем-то, играю как обычно на крафтью, IP в описании, также на экране, присоединяйтесь, я вас всех здесь жду. Целых 80% смотрят меня без подписки. Ребят, ну что это такое? Подпишитесь, вам что, сложно что ли? Я думаю, нет, поэтому вот, прямо сейчас подпишись, вот спустись вниз и подпишись. Это реально очень-очень важно. Ну что ж, а мы с вами открываем наш первый сундук, только нужно сначала сломать вот эту вот древесину, так сказать. И смотрим, что здесь. Здесь у нас защита 4, ребята. И какие-то очень даже крутые бафы. Естественно, мы это все дело забираем к себе в инвентарь и просто идем гриферить с этими вещами. Блин, защита 4 и эликсир волк, эликсир ласточка. Блин, ребят, 500 крон. Это как бы, это мало, но круто. Итак, ребятки, прямо по курсу какой-то типок. Главное, чтобы он отсюда не ливнул. Ну, конечно, конечно нужно ливнуть. Итак, ребятки, я нахожусь очень близко с какими-то типами. И вот они, ребят, их здесь трое, и они что-то пьют. Ребят, мне уже страшно становится. Так, ну ладно, ладно, ребят, поскольку их трое, я, наверное, все-таки выпью эликсир волк, он очень имбовый, и, братан, ну давай с тобой попехаемся. В принципе, давай, один на один, посмотрим, что ты можешь. Только надо тебе сломать вот так вот щит, и куда ты бежишь? О, домой бежим, да, домой бежим, а все, не успели. Так, идем дальше, здесь еще какой-то тип... Пок. Вот так вот легко просирается 500 крон. Ребят, просто, ну, легко. Ладно, мы не расстраиваемся. Ребят, бывает и такое. Да, взрывают кристаллы, поэтому нужно наносить с собой тотемы. Это вот такой небольшой поучительный урок. Инвентарь за 500 крон очень быстро слился, поскольку у меня даже не было тотемов. Давайте посмотрим, что нас ожидает в 1000 крон. Ну, или 1000 рублей. Короче, как кому удобно. Но, по-моему, 1000 крон это не 1000 рублей. Короче, ладно, неважно. Открываем сундук, и здесь у нас уже есть тотем. Это уже хорошо. И бронь за 5. Неплохо. Также из бафов у нас есть эликсир ласточка, эликсир волк. И эликсир гром, уже неплохо. О, ну и еще стрела урона, ну неплохо. Ой, еще и стрела призыва, вообще кайф. Короче, одеваемся и идем гриферить. Ребята, очень-очень близко здесь типы. И я... Ой-ой-ой, ребята, это ловушка. Смотрите, там... Там Агуша-пупушка в ловушке. Ого, ничего себе, вот эта тавтология получилась. Блин, ребят, нужно это место обходить стороной, поскольку, блин, если меня затрапит, то это еще минус 1000 крон. Не хотелось бы этого допустить. Детектив, тут РГ нету. Дай перл, я вылезу. Подождите, то есть, ты хочешь сказать, что это не твоя ловушка, да? Тогда смотрите, что мы можем... Хотя нет, 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 давайте мы ему дадим перлик, потому что он может прикрыться щитом, и как бы это будет все фиговенько. И я предлагаю ему честное ПВП, так что вот, все, все, ребятки, пьем ласт... Нет, пьем волк, давайте сначала волка запьем, и все, давайте, начнем его фигачить. В принципе, инвентарь за 1000 крон сейчас будет себя показывать в действии. Либо это говнище, либо это самый крутой инвентарь на нашем сервере. Шучу, это спойлер, точнее, ну, не самый крутой. Но смотрите, я ему очень даже прилично наношу. Главное, чтобы он снова в ту ловушку не попал, потому что мне кажется, что это все-таки его ловушка. И, ребят, смотрите, сейчас будет минус, минус типок, все, минус типок. Почему у них очень много камней в инвентаре? Вот это вот я не понимаю, конечно. Так, ладно, ребятки, собираем его пожитки, получается, это набор лорда был? Подожди, а чё? Нет, набор шалкера, ребятки, за 5, неплохо. Слушайте, эта стрела мне очень даже нравится. Так, короче, телепортируемся на наш Home Q и, в принципе, складируем вот сюда наши нагриферные ресурсы. В конце видеоролика я вам скажу координаты, по которым вы сможете загрифить данный сундук. Ну а мы с вами отправляемся искать челиков дальше. Опа, типок. Как вы знаете, ребятки, я кикстартеров очень редко убиваю, поэтому давайте мы вместо того, чтобы его убить, давайте просто дадим ему вот такой вот баф. Я думаю, то, что ему будет приятно, а мне, в принципе, не жалко. Играйте на крафтью, и, возможно, это были бы вы. Опа, здорово, братан. Как твои дела? Нормально? У меня тоже все хорошо. До свидания. Короче, ребят, я не знаю, что произошло, но, в общем, я убил типа, подбираем его ресурсы, это было за один, ну... В принципе, ребятки, неплохо, почему бы нет? Ее можно продать на аукционе и как бы с этого заработать немного деньжат. Ребята, я вижу то, что здесь очень-очень близко будет замес, потому что здесь очень много молний, и я надеюсь, то, что это так, потому что... Да, ребят, это так, отлично, мы должны дать КД этому типку. Нет, нет, убегаем, 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 максимально, ребятки, быстро убегаем, потому что у этого челика очень крутая бронь. Нет, 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 нет. Вот так вот, братан, не надо, уходи от меня, не стоит ко мне даже лезть. У него, ребятки, походу, у него скорость 3. Он мне... Блин, ребят, он меня сейчас догонит. Черт, нет, 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 братан, пожалуйста, пожалуйста, я не хочу всирать инвентарь, пожалуйста, не надо! Да, все, найс! Блин, ребят, я почти что сейчас слил инвентарь за 1000 крон. Как так происходит вообще, я не понимаю. Люди с 500 кронами живут, я не знаю, по несколько лет, а я с 1000 крон просто Ребята, смотрите, что я заметил. Это ловушка из моего прошлого выпуска. Ну как прошлого? Короче, ну, была у меня такая ловушка, в общем. И смотрите, что мы делаем. Мы вот так входим, а здесь типок. Здорово, здорово, ничего себе, вот так вот встреча. Так, ладно, хорошо то, что я знаю эту ловушку, потому что, блин, ребят, я мог сейчас попасть в очень крутую...
крупную ловушку, и там, кстати, типок. Можем у него вот, вот так вот стрелять несколько овечек, вот так пам-пам, и, братишка, умирать, умирать. Давай еще, еще одну овечечку, бабах, все, минус типок. Так, значит, мы этого челика тоже вот так вот зажимаем. Ну, извини, бро, извини, но таков бизнес, это бизнес, сори. Вот этого челика мы тоже зажимаем, все, отлично, значит, мы вот так вот делаем, кидаем перлик и делаем вот так вот. Все, отлично. Это получается минус Z1, Z2. Блин, ребят, я думаю, то, что им стоит оставить эти шмотки, потому что мне они, ну, вообще не нужны. Моя цель это Z3, Z4, поэтому я им просто-напросто отдам все их шмотки и больше их не буду трогать. Ребята, где-то очень рядом какой-то типок, я еще не смотрел его инвентарь, но я почему-то уверен, то, что это алмазник. А, ребят, вот он, отлично, отлично, ребятки, вот он, быстро-быстро-быстро пробираемся, все, даем ему кулдаун, и теперь мы можем его просто даже загасить без... Он просто вышел с игры. Ну, так тоже можно. Естественно, ребятки, я эту бронь даже поднимать не буду. Давайте просто посмотрим, что это было. Это было Z2. Как я сказал, то, что Z2 я не буду подбирать, потому что моя конечная цель это Z3. Ну, или Z4, Z5, потому что, ну... Да. Итак, ребят, ко мне какой-то челик телепортируется. Это алмазник, отлично, ребят, отлично, просто замечательно. Мы у него вот так вот стреляем, так вот стрелой. У него, кстати, какие-то есть даже бафы. Давайте мы тоже забафаемся. Не такой офигительной бафкой, которой мы могли бы. Но, в принципе, это сила 2. Почему она плохая... Что я несу, короче? Короче, ладно, ребят, мы просто молча, ну как молча, немного громко, но... Пэхаем его, и, ребят, чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось, давай, давай, все, минус типок, здесь еще какой-то чел, и еще какой-то чел, черт, убегаем, все, отлично, ребят, главное, чтобы он ко мне не телепортировался, потому что это какой-то невидимый типок, и, как правило, они очень жесткие, поэтому мы просто вот так, ребятки, убегаем, мне еще типок дал почему-то слабку, зачем-то, когда он уже умирал, правда, но не важно. Главное, ребятки, то, что мы его слили и телепортируемся. Все, отлично, это было Z4, ребятки, отлично. Как вы знаете, я Z4 оставляю себе, поэтому мы Home Q прописываем и складируем эту бронь вот сюда. Все, ребят, отлично, цель выполнена. Теперь же с этим инвентарем я еще раз иду PvP, и когда я умру, я уже буду активировать вот этот крутой инвентарь. Честно говоря, я даже не знаю, что там, поэтому это будет для всех загадкой. Ребята, я попал на какое-то поле боя, потому что здесь очень много типков, которые просто-напросто ват телепортируются. И, слушайте, ребят, есть варь... Нет, нет варика, блин. Так, в общем-то, я, как понимаю, это варп детконатора, поэтому здесь всегда у него происходят забивы. А, подождите, так я здесь был. А, подождите, так я здесь был, здесь же это вот картина. Да, да, здесь еще эта картина. А этих челиков уже слили, ну ладно. Ай-яй-яй-яй, больно, 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 больно. Что ты делаешь, братан, что ты делаешь? Не надо так делать, стой, 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 стой. Я не готов к смерти. Так, подожди, стопы, стопы. А почему мне не... Ага, дала сила, все хорошо. Давайте попробуем его зажать моменталками. И, ребят, это... Блинский, ребята, это очень крутая у него бронь. Это стихийка, походу, и у него даже сердечек нет, ребят, смотрите. Я ему практически ничего не наношу, потому что я даже не понимаю, куда нужно стрелять. Короче, ладно, пьем вот этот вот баф, по-моему, это... Да, это скорость у нас будет, и попробуем его с этим бафом уже загасить. Посмотрим, сколько я ему буду сносить. И я ему сношу, ребят, я ему сношу, кстати, не так уж и мало. Хотя, это инвентарь за 1000 крон. У него, естественно, этот инвентарь намного круче, поскольку у него стихийка. Стихийка уже очень дорогая по себе бронь. Но, ребята, у меня есть шансы загасить его, конечно, не все, но... А, отлично, я еще, ребятки, щит выложил. Так, нужно посмотреть, сколько у него сердечек, и у него сколько? 16, ребят, я ему мало наношу. Таким образом, у меня просто сломается бронь, и все, как бы, капут, смерть. Но я ему наношу по сколько? По полсердечка, по-моему, либо по сердечку, что тоже, в принципе, не так уж и плохо, и у него уже, ребят, минус полбаллона. Я увидел по вот этой голограммке полбаллона, ребят, неплохо. Но мне кажется, что это будет наша конечная ПВП, поскольку, ну, ребят, посмотрите сами, у него очень крутая бронь. Разве что можем вот так его попробовать донками за гасить, потому что стихийка у нее нету защиты от снарядов, и да, ребятки, я ему наношу очень прилично этими стрелами, и можем, слушайте, может ливнуть, слушайте, может реально ливнуть, просто-напросто вот туда куда-нибудь, вот в эту ловушечку. Короче, да, ребятки, все-таки ливаем в эту ловушку, потому что я не хочу всрать свои ресурсы. Если он захочет свой ПВП, то, пожалуйста, приходи сюда, давай тут пожмемся моими стрелами. У меня, правда, осталось полстака, но это не важно. Но, походу, он не торопится, да, ребятки, он сюда не торопится прыгать. Торопится или торопится? Торопится, да, торопится, скорее всего. Поэтому мы от греха подальше отсюда ливаем и идем к следующему челику, который будет не такой жесткий. Блин, у меня осталось всего лишь один баф. Ребят, у меня остался всего лишь один баф, черт. Ребят, совсем близко какой-то типок, кидаем к нему перочку и делаем... Да ладно, нет, 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 тише, 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 тише.
Делаем вот так вот, и все, даем ему кулдаун, и... А че он не отталкивается? Братан, а что с читами-то, а? Смотрите, ребят, он не отталкивается, что за дела? Так, ладно, ладно, братан, я понимаю, что как бы читы тебя немного и жмут, но я тебя обязан слить. Стой, подожди, подожди, куда это мы хаваем яблоко, когда идем? Подожди-ка, стой. Так, ребят, ладно, я думаю, то, что нужно все-таки выпить нашу офигительный баф, чтобы его догнать, потому что у него читы. Это, ребят, уже как бы, ну, нечестно по отношению ко мне, к админу сервера, и, ребят, не, ему вообще пофиг, да, пофиг, ну ладно. Посмотрим, что это было. Это защита 5, нет, защита 4 и защита 5, ребят, отли... Набор Кратоса! Ребята, это очень круто, 38 гевлов, ребятки, и сила 2. Неплохо, продолжаем грифрить с набором этим. Я думал, что меня сейчас убьют, кстати, но нет, отлично. Ну и, конечно, наш читерок ливанул отсюда, поэтому мы пишем ему бан за 3,9. Вот так вот, просто убили двух зайцев одним выстрелом. Ребята, смотрите, кто меня телепортировал, здесь типок, здесь два типка! Так, оп, опа, все, даем ему двум колдаун и можем, в принципе, даже выпить скорку. И здесь, ребят, здесь ловушка, и, не, ну нет, ну не прыгай, ну не прыгай, ну зачем? Вас же двое, а я один, ну можно же как-нибудь там, не знаю, договориться. И отдать мне всю свою бронь. Так, ладно, давайте посмотрим, что это за ловушка, по-моему, это, она, подождите, эта ловушка недостроенная, по-моему. Давайте на свой страх и риск вот так вот прыгнем и, так, смотрите, смотрите, ребята, здесь майнкарту из TNT. Это типа, они вот так вот скидывают сюда вот эти TNT, и тут челик взрывается. Так, ладно, ребят, это, конечно, все очень прикольно, но я отсюда, по-моему, вот так вот ливну. И, ребят, ну давайте, давайте, ПВП, ПВП со мной, давайте, обычное ПВП, дефолтное, не нужно меня никуда скидывать, просто, ребятки, давайте, 2 на 1, я даже согласен на 2-1, но только не надо в ловушку свою прыгать, пожалуйста, не надо. Давай, Зерни, ну ты же Крадос, ну ты же пример для подорожания других игроков. Ну, чтобы они покупали донат, естественно. И у вас очень крутая бронь, но почему-то, вы меня не хотите гасить, вы хотите просто-просто схалявить и меня загасить в трапке. Кстати, ребят, что я заметил, это необитаемый остров, и я отсюда вряд ли выберусь Хорусом, поэтому нужно с ними будет бороться. И, кстати, смотрите-ка, ребята, смотрите, они какие-то дичайшие, жесткие, и я одного могу точно слить, ребят, одного 100% могу слить, главное, чтобы он не пошел в свою ловушку, и на, давай, еще, давай, еще, давай, чуть-чуть, давай. Тотем, отлично, тотем снес, хорошо, отлично, давай, вот этого челика вот так вот делаем, давай, минус, давай, минус, ну давай, пожалуйста, да... Ай, бесите, ребята, вы меня очень сильно... В смысле я умер? Почему я умер? Почему я умер, алло, у меня же тотем был, или не было? Так, ладно, хорошо, я даже, ребятки, рад, что меня слили, потому что я уже задолбался с этим инвентарем бегать. Он себя полностью оправдал, ребят, за 1000 крон вы сможете убивать очень многих челиков. И давайте сейчас мы будем открывать супер крутой инвентарь за 8500 крон, и что здесь находится? А здесь, ребятки, находится супер крутая броня. Это у нас ботинки магистра, самые лучшие вообще на нашем сервере. Дальше у нас мечик, меч магистра, тоже самый лучший на нашем сервере. Едем дальше, у нас что здесь? Глаз беса, это ливалка. Тотем волка, самый крутой тотем. Две чарки, элитры и самые крутые стрелы. Да, ребят, ну, понятное дело, то, что это очень-очень дорого мне обошлось. Точнее, детконатору обошлось. Но сейчас вы видите супер крутой гриф, который вы еще никогда не видели. Хотя, не, вы видели, потому что я уже такое снимал. Ну ладно. Кстати, если вы не заметили, то... Ой, охранник, все, я понял, я уже думал, меня тут хотят убить. Если вы не заметили, то смотрите, как мы перерисовали бронь. Это, если что, не мой текстурпак, это текстурпак сервера. То есть, эту бронь будут видеть абсолютно все, кто играет на нашем сервере. Главное просто при входе скачать ресурс пак. Он, если что, скачивается автоматически. Ну что ж, а мы надеваем эту бронь и идем с этим инвентарем гриферить. А, нет, ребят, стойте, хом, нет, подождите, варп, ахэ. Смотрите, ребятки, что я заметил, здесь очень много бафов, и мы можем их просто-напросто стакнуть. В предыдущих роликах я уже рассказывал, как это сделать. Вы просто подходите к алхимику, нажимаете сюда, скрещивание зелий, и вам тут предлагают скрестить зелья. Например, эликсир волк и эликсир ласточка. Мы их скрещиваем вот таким вот образом. Дальше, эликсир ласточка и... Нет, это плохое скрещивание. Так, вот, например, эликсир ласточка и волк мы снова скрещиваем, и, короче, из двух бафов мы получаем один, который нам дает, опять же таки, такие же бафы, но только в одном бафе. Короче, я сейчас по-быренькому все это сделаю и вернусь к вам. Итак, ребятки, ко мне телепортируется тот самый чел, а именно это бродер. Мы его вот так вот пинаем. Все, отлично, дали ему КД.
В смысле? Вот так, все, отлично, дали ему КД. Пьем нашу супер крутую тему. И теперь, ребятки, что мы делаем правильно? Мы его вот так вот просто, блин, критами фигачим. Потому, почему-то я не попадаю по нему, но все, ребятки, все стало на круги своя. И смотрите, сколько я ему наношу. Ребят, вы посмотрите просто на эту силу, на эту мощь. Так, он хавает, ребятки, он хавает чарку. И главное сейчас ему снести чарку. Что происходит? Ребят, смотрите, как я ему наношу много. Так, и он мне тоже достаточно много нам наносит. И, ребят, главное сейчас не продуплиться и его загасить, потому что у него очень мало стрелочек осталось. А, стрелы? Где стрелы? Стрел нету, ребята. Так, подожди, здесь дед Канатор, по-моему, он мне хочет подхелповать, но не надо, пожалуйста. Я хочу один на один с ним попехаться, и я ему ничего не наношу теперь. А, нет, наношу, все, показалось. Так, ребят, оооо, его тут дружки пришли. Ну, конечно, конечно, ребятки, как я мог до этого не додуматься. Ладненько, мы тоже с ними будем сейчас пехаться, потому что у меня очень крутой инвентарь, и а этот типок сейчас сольется, кстати, смотрите. Так, давай, давай, братан, давай, ты же хотел на меня напасть, давай. Только где мои стрелы, ребята? Стрел нету, почему-то, я не понимаю, где они. Так, тогда ладно, давайте мы захавим вот этот вот гэппл, самый-самый крутой, и все, теперь, ребятки, я вообще неуязвимый, главное, чтобы у меня бронь не сломалась, и все, мы можем сейчас против них пойти. Это, естественно, ребятки, клан, это клан, у меня почему-то нету этих, как там его, стрел, почему-то, я не понимаю, почему, куда они делись, но против, ребятки, пятерых, да, против пятерых, неплохо, неплохо, в принципе. Здесь зато есть дед Канатор, мы сразу с ним затимились, и нужно в этого какого-нибудь челика хотя бы загасить. Давай вот это, так, нет, давайте, знаете, что мы сделаем, мы выплывем из этой ловушки, получается. Я не понимаю, где мои стрелы, куда они подевались, потому что, посмотрите, лука, где лук, где стрелы? Так, и попробуем этого челика загасить, потому что я сильнее его в много-много раз, смотрите, я ему наношу очень много, где мои стрелы, почему, я не понимаю этого. Ну я же когда брал инвентарь, там 100% были стрелы, я даже это помню, но где они сейчас? Понятное дело, что их нету. Они куда-то просто-напросто пропали. Так, ладно. Я не буду, в общем, вы поняли. Главное сейчас просто не слиться, потому что здесь какой-то типок ставит тупорылые кристаллы, которые я ненавижу, просто вот презираю, получается. И он прямо сейчас может загасить своего же тиммейта, получается, напарника, но нет, я не дам, я хочу его загасить, братан. Он что-то выпил очень жестко, теперь у него вообще дамаг не проносится, и сейчас придет его друган, да? Да, ребятки, конечно. Так, о, 3-1, конечно. А бродер здесь есть интересным? Вот мне просто очень-очень интересно. То есть 3-1 мы можем, а 1-1... Нет, не можем. Просто, ребят, посмотрите, сколько я им наношу, и они... Ну, они просто нулина. Просто 3-4... 3-1. Да, ребятки, 3-1, и они меня не могут загасить. Ну, камон, ребят, ну что это за дела? Мне кажется, что как-то вы поступаете не очень честно по отношению со мной, потому что вас трое, камон, я один! Они уже, ребятки, меня гасили 100 раз, ребятки, просто 1000 раз, и, блин, ну, я просто не могу сфокусироваться на одном челике, потому что меня очень много кто бьет. Короче, заюзаем свиток неуязвимости и будем их вот так фигачить по одному. Вот так просто, свиток неуязвимости. Вот так вот и поехали. Просто будем их... Блин, ну ребят, ну их четверо. Нет, трое, пока что трое. Еще нормально. Так, у меня есть масло урона, можем его заюзать и кого-то типа слить. Так, главное просто сейчас не тратить наши уроны. Так, давай-ка вот на этого челика. Или... Блин, я не понимаю, ребят, на какого челика мне нападать? Они все сильные очень. Посмотрите, они снарядились просто неимоверным количеством оружия. Надо хотя бы одного слить, ребят, хотя бы одного. Потому что это будет просто все нашей брони с вами. И, ну посмотрите, ну я же наношу ему хорошо. Ну почему, блин, ну трое челиков, камон. Короче, ребят, я принял решение отсюда вообще нафиг ливнуть. Потому что мне это не очень нравится. Вот так, все, ливаем отсюда. Потому что смысла особо с ними драться нету. Их трое, ребят, ну трое, ну камон. Ну, это Unreal. Ребята, я вижу каких-то очень жестких типов, по-моему. Да ладно. Ну ты серьезно? Ты серьезно, что ли? Короче, ребятки, здесь какие-то типы, и мы можем их загасить. Все, дал кулдаун. Отлично, братан. Здорово. Как твои дела? Так, накладываем масло. О, нет! Отошел! Мой меч, не надо, отошел. Вот так вот, все отлично. Хаваха. Здесь двое челиков. Черт побери, ну что же вы приходите тут, а? Еще кристалл хочет поставить. Ты че? Так, короче, ладно, хорошо. Кидаем перочку. За ним, ребятки. Летим, получай. Так, куда ты ставишь свой кристалл, братан? Куда ты ставишь? Так, стреляем. Да, черт, ты че? Алло. Так, ладно, пока его тут дамажит стрела, давайте мы вот так вот его немножечко пофигачим стрелами. Ну почему бы нет, да, как бы, ну, братан, я понимаю то, что ты хочешь жить, но с ним. Не сегодня, да, не сегодня. Давай, иди сюда. Вот так, бам, минус тотем. Бам, 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 бам. Минус ты, до свидания. Только куда мне это все дело сложить? Ребята,
Здесь какой-то типок летает. Черт! Здесь очень много ресурсов. Давайте мы будем пока выкидывать какие-то. Блин, я даже не знаю, что выкинуть. Здесь какие-то типы летают. Главное, не звони мне больше. Так, где. У него была сумка, ребятки. У него была сумка и где-то здесь. Давай, где она? Ну, давай, давай, сумочка. Вот, долговечный рюкзак. Отлично. Все, сюда складываем, ребятки. Всю его бронь. Вот так вот. Оп. Все, отлично, ребятки. И остальное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстро, быстро, быстро. Ек. Сюда. Все остальное складываем. Вот так вот. И. Ну, вроде бы все. Да, вроде бы все, как сложил. Вроде бы, так, только ботиночки надо. Вот так вот. Все, отлично. Ребятки, прямо сейчас ко мне телепортируется типок алмазник, ребята. Неплохо, неплохо. Так, у меня есть. Так, у меня нету масла, поэтому мы вот так вот зачаруем его на масло и пойдем его убивать. Я посмотрел его инвентарь, у него есть кристаллы. Это плохо, ребят, потому что я ненавижу кристаллы. И нужно его сейчас найти, потому что я его потерял. Я думаю, то, что он где-то должен быть в этой территории, в этой окрестности. А, подожди, а куда он ливнул? 66 метров, 49 метров. Где он? А, ребят, он на элитрах летит. Здорово. Так, ладно, давай. Вот так вот стрелу тебе даю. Вот так вот бабах, еще стрелу. Какие стрелы ты мне даешь? Воу-воу-воу, не надо. Тише, тише, тише. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Осторожно, подожди, не надо. Так, давайте еще раз ему стрелу дадим, потому что он, наверное, не усвоил урок. Почему? Да куда ты ливаешь? Куда ты ливаешь? Ты просто пострелял и убежал, что ли? А, ребят, он хочет зажимку. Да? Да, братан, ну не получится. Ой, ой, кристаллы, кристаллы. Какие тебе кристаллы, братан? Нет, без кристаллов, без кристаллов. Сегодня без кристаллов, извини. Почему стрелы летят? Еще какой-то типок пришел. Да ё-моё, чё вас так много здесь? Короче, ладно, выбираемся сюда из санины, потому что я ненавижу здесь пвп-хаться. И скоро у меня масло закончится. Я услышал звук элитр. Где-то здесь типки с элитрами. Мне это тоже не нравится. Ну, ладно, во всяком случае. Мы фигачим этого челика по дикарю. Я ему сношу уже очень много сердечек, кстати говоря. И у него подводка, ребятки. Ну какая подводка? Ну еще типки пришли, блин. Я не хочу, чтобы меня кланом гасили, алло. Так, давай пока что перезарядимся. Вот вот так вот возьмем. А, снова эти же типы. Снова этот SQD Sunny. Что вам от меня надо? Ну ё-моё, ну ребята, ну прекратите уже, а. Ну это же уже не... Это уже за рамки нормального выходит, реально. Давайте вот хотя бы ему снесем тотем. Все, отлично, снесли ему тотем. И вот так вот, стрелами, 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 стрелами. Ну давай, ну стрела, попади, попади, стрела. Ну, камон, что... Ах, снова, боже, бомжи, снова они ко мне идут. Вот... Короче, мне кажется, нужно уже заканчивать серию, потому что я задолбался, если честно. Я не хочу с ним ПВП. Все, юзаем свиток и давайте, короче, стрелами, стрелами вот куда-нибудь вот туда телепортемся и улетим просто-напросто. Ребята, здесь какой-то типок по курсу и мы можем его сейчас закатить. Бабах! Все, Ариш, дали ему колдаун и... Так, главное сейчас не попасться в его ловушку, потому что мне кажется, что здесь офигенная ловушка из полного блока песка. Понятно, понятно, ясненько. Так, ладно, здесь вторые челики. Окей, окей, братишки, я с вами пойду ПВП, отлично, я даже рад на самом деле. Так, ребята, два против одного, неплохо. Так, одного мы уже кильнули. О, второй ливнул, куда ты ливнул, братишка? Ну ты-то не ливнешь? Да, молодец, не ливай. Не надо ливать, давай-ка, вот так вот. Па-бам, все, до свидания. Подбираем вот так вот все, в это дело в сумочку. Вот так, па-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам, все, это что у нас было? Защита один, ребят, они сами на меня напали. Поэтому окей, окей, окей. Я думаю то, что это можно засчитать как килл. Но, меня интересует больше вот этот молодой человек, поскольку у него есть более хорошие ресурсы, которые... мне надо. Главное сейчас его как-нибудь отвезти отсюда, потому что у него, ну там, трапки, ребят, 100%. Поскольку это его регион, его ловушки, не хочу там участвовать, так сказать. Нужно его как-нибудь сюда вот так вот вызволить, чтобы он туда просто-напросто не успел добраться. А вот он, кстати, ребятки, от... Куд... Ой, ой, ребята, а куд... Кто это пришел ко мне? Кто? Неужели это клан из трех человек? Воу! Ладно, давайте поп... Нет, 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 ребят, не попробуем. Ну их трое, ну камон, ну я не буду сражаться против троих. Вот только могу... Ой, ой, ой-ой-ой, извините, конечно. Так, ладно, ребятки, они меня сейчас могут загасить. Очень-очень жестко. Почему-то у меня тотем сработал, не понимаю почему. Так, ладно, хаваем, значит, эликсир гром. Вот так вот, все, и... В принципе, давайте попробуем против них погаситься. Снова против троих. Ну ничего, ребят, я уже привык, я уже привык. Хотя бы надо одного слить, хотя бы подслить хотя бы кого-нибудь. Вот так вот, на. Давай, иди сюда, ну куда ты уходишь? Почему, когда я начинаю кого-то жестко сливать, они просто-напросто от меня уходят? Ну, о, отлично, дали еще мне эту штуку. Так, давайте поменяем, вот так вот сделаем. И зажмем их здесь, вот так вот. На, получай, получай. Что, что ты хочешь, взорвать кристалл, что ли, под водой? Ты че, братан? Так, ладно, давай, иди сюда, вот так вот, получай, ты тоже получай. Ребят, ну,
два против одного. Я ненавижу, просто я не понимаю, что нужно делать, когда два против одного. Ливать или не ливать? Они против меня будут по-любому кристаллы ставить, и я уверен в этом. Так что давайте мы вот так вот масло заюзаем и сразу же будем фигачить этот, как там его называют? Короче, крутое зелье, вот. Два против одного. Ну, ребят, пока что два. Хотя бы не три на одного. Но, ребят, все равно, они проносят очень дичайший урон. Я им вообще практически ничего не наношу, потому что, ну, камон, блин, ребят. Я думаю, в этом смысла вообще абсолютно никого нет, поэтому мы заюзаем вот эту штуку, неуязвимость, и попробуем отсюда вообще ливнуть. Потому что, ну, я не люблю, когда PvP такое вот нечестно особенно. И просто делаем вот так вот. Па-бам. Ой. Пока, все, до свидания. В общем-то, ребятки, могу подвести итог. Играйте с инвентарем не таким читерским, поскольку на вас будут нападать просто все кланы мира. Я за сегодня выбил очень хорошую бронь. Это вот такой вот инвентарь, ребятки. И также вот такой вот инвентарь. И такой инвентарь. И еще много, короче, всего я выбил. Поэтому, ребятки, я оставляю вот здесь вот координаты. Если вы сможете, загриферьте. Я даже буду рад. Потому что, ну, это супер крутые челики будут гриферить, получается. Короче, ладно, играл на крафтю, IP в описании. Всем удачи, всем пока!